Всем доброго дня! Сегодня хочу поделиться отзывом о новых парфюмерных водах, которые создали для нас французские парфюмеры Мари Огена и Сильвин Фишер. Серия Queen Ship. Это два аромата в этой серии. Фиолетовенький аромат Femme Powerment, а розовенький аромат Absolute She. Что я хочу сказать? Оба аромата очень вкусные, шикарные. Они просто потрясающе раскрываются. У них прям такие шлейфы. Ну, в общем, я их попробовала уже на себе оба. И оба мне очень понравились. В чем здесь разница? Вот этот фиолетовый аромат Femme Powerment, он более серьезный. Он более такой для деловой, сильной женщины. Я думаю, что вот этим ароматом стоит пользоваться на работу, на деловые встречи. Розовенький аромат, он более романтичный, более утонченный. Этим ароматом я бы, например, пользовалась уже на свидание или чтобы там привлечь, да, мужчин. Запах любви такой, наверное. Значит, у Absolute She основные ноты красной ягоды, роза и пралине. А у Femme Powerment основные ноты это малина, ревень и роза. Объем у них по 50 мл. Артикулы Femme Powerment 33-41, а Absolute She 33-40. Если вы их попробуете, вы останетесь очень довольны. Рекомендую.